Следующий вопрос. إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من رجل بعينه أو زلعة بعينها. Разрешается ли такое, когда хозяин денег устанавливает условия рабочему и говорит, товары ты будешь покупать, закупать только у такого человека или будешь торговать только таким товаром? Разрешено это или не разрешено? Это является разрешенным. То есть хозяин денег отдает деньги рабочему и говорит, ты будешь торговать только компьютерами, или будешь торговать только автомобилями и тому подобное. Или будешь закупать товар только на таком-то складе, или на такой-то базе, или только такого человека и так далее. Говорит мин ахли аль-илм ман мана хаза шарт. Из ученых есть такие, которые запрещают такое обуславливание. И это мнение имама Малика, а также Аш-Шафии. Лянна фи залика тадйиқан аля аль-амиль. Сказали, потому что это сокращает поле деятельности рабочего. Ва ямна мақсуд аль-мударава мин ар-рибх. И мешает полноценному получению прибыли. Ва мину ман каля аш-шарту сахих. И второе мнение в этом вопросе, мнение других ученых, которые сказали, такое условие действительно. И хозяин денег может поставить такое условие. И это мазаб имама Ахмада, а также Абу Ханифы. Лянна мударава хаса ла тамна ар-рибх биль-куллия. Потому что это уже будет таким более узким партнерством, которая не вредит полностью получению прибыли. Правильно или нет? То есть прибыль, возможно, да, убавится с какой-то стороны или по каким-то факторам, но так, что вообще никакой прибыли не будет, такого нет в этом условии. То есть шанс заработать какую-то прибыль остается. «Вали сахибиль маль мин залика каздун лиль мухафаза аля малихи». И говорит, хозяин, имущество не просто так ставит такие условия, но хочет этими условиями защитить побольше по увереннее свое имущество. Умаш Бавазарик и тому подобные могут быть у него цели. Это второе мнение является верным. Значит, верным является какое мнение? Мнение о том, что такие условия хозяин денег может ставить. Здесь нет ничего запретного, и такое условие является действительным, и такая мударова, то есть такое партнерство тоже является действительным. Далее.